В этом году отечественное телевидение празднует 100 лет со дня рождения народной артистки СССР, лауреата Государственной премии, а также Национальной телевизионной премии ТЭФИ-2000, символа советского и российского телевидения Валентины Михайловны Леонтьевой. Полвека на телевидении – внушительный срок, за который тетя Валя прошла путь от помощника режиссера до диктора и телеведущего. На ее счету множество передач и программ разных периодов. Однако неизменной всегда была и остается любовь зрителя. И даже сегодня, спустя 16 лет со дня смерти, имена и выставка народной артистки собрала полный зал почитателей ее таланта. Выставка основана на коллекции Ульяновского областного краеведческого музея. Это фотографии, документы, личные вещи Валентины Михайловны и письма благодарных посетителей, которые были переданы нам родственниками Валентины Михайловны в свое время. Также в создании выставки мы пригласили наших коллег из Тамбовского областного краеведческого музея, которые прислали свои материалы. Экспозиция построена таким образом, что освещает все периоды жизни и деятельности Валентины Михайловны. Родилась Леонтьева в далеком 1923 году в Петрограде. В тяжелые годы Великой Отечественной пережила блокаду и была эвакуирована в Ульяновск, который впоследствии станет ее пристанищем в последний период жизни. Через 2 года поступила в Московскую театральную студию, а после ее окончания служила актрисой Тамбовского драмтеатра. Поначалу о телевизионной стезе не было и мысли, однако переломным стал конкурс телеведущих, который Леонтьева прошла с успехом. Ну и, конечно, пик ее телевизионной карьеры – это программа «От всей души». Это первая, можно сказать, поисковая такая программа, в которой Валентина Михайловна объехала 54 города нашей страны, выявляя людей, героев, простых тружеников, и шахтеров, и тружеников сельского хозяйства, и каких-то героев нашей страны, устраивала встречи, рассказывала об их судьбах. И, собственно говоря, она, наверное, стала родоначальником такого жанра на нашем телевидении, как ток-шоу, без которого сейчас мы уже себя не мыслим. Заключительная часть экспозиции рассказывает о том, как ульяновцы бережно хранят память о Валентине Михайловне. Поэтому уже в год смерти артистки театру «Кукол» было присвоено имя Леонтьевой. А с 2008 года взял старт международный фестиваль кино и телепрограмм для семейного просмотра «От всей души», который перенял название главной передачи тети Вали. В фестивальном доме есть ее цитата, что самое великое для нас – это человеческое общение. Валентина Михайловна в своих программах учила нас человеческому общению. Поэтому, дорогая Валентина Михайловна, дорогая тетя Валя, мы все сегодня поздравляем вас со 100-летием! В торжественном открытии выставки принял участие народный артист России, режиссер, президент кинофестиваля «От всей души» Владимир Хотиненко, а также племянница Валентины Михайловны Ольга Терешкина. На данный момент коллекция выставки насчитывает 230 предметов, 184 из которых – письма благодарных телезрителей. Ставшую у истоков советской телевизионно-дикторской школы Валентина Леонтьева закладывала традиции, поэтому по сей день является образцом профессионализма, трудолюбия и самобытного вкуса в своей профессии. Ознакомиться с образцами экспозиции ульяновцы смогут до 10 сентября. Мадина Исмаилова, Герман Баранов, Улправда ТВ.